Сегодня начинается визит президента Татарстана в Великобританию. Главная цель – участие в российско-британском бизнес-форуме. Также Рустам Миниханов посетит парламент Великобритании и встретится с министром по цифровым технологиям. 13 человек попали в больницу после ДТП с детским автобусом в Чебоксарах. Микроавтобус вез учеников из Новочебоксарска в школу-интернат. По предварительным данным, маршрутка не уступила дорогу транспорту с детьми. Житель Набережных Челнов устроил настоящий дебош на борту самолета рейсом Благовещенск-Екатеринбург. Членам экипажа пришлось связать разбушевавшегося пассажира. Нетрезвый 56-летний мужчина угрожал пассажирам и экипажу.